Привет, народ! В этой серии мы будем делать распорку задних стаканов на нашу G-Drift. Жигу. G-Drift Жигу. Молодец. Делать мы будем ее из вот этого говна, вот этого говна, вот этого говна. И получится, как всегда, охуенная распорка. Убери. Закончил я все-таки закончил я распорку. Сейчас покажу, что получилось. Знаете, мне очень нравится, потому что, в принципе, из ничего, ну, как бы получилась охрененная распорка. Не нужно там отдавать 2-3 тысячи за распорку и как бы ее там еще как-то доделать. Тут прям все болтон, хоп, и получилось. С багажника это смотрится вот так вот. Здорово, очень. Сварной шов покажу сразу, а то сейчас скажете, там насрал, там все дела. Вот так вот эта распорочка приложилась, и сварной шов здесь. Салон смотрится вот так вот. Нужно будет потом это покрасить, крепежи в синий, а распорку, ну, я не знаю, может быть в желтый, может быть в красный. А может быть в розовый. Пишите в комментариях, в какой цвет покрасить именно распорку. Также, что думаете вы по данной распорке, пишите в комментариях обязательно. В принципе, остался нам башбар. Но это вы все уже увидите в следующей серии. Поэтому подписываемся на канал, клацаем колокольчик, дабы не пропустить следующую серию. А мы сейчас сделаем вот так вот. И полетим домой, потому что начинает уже холодать. И, в принципе, пора отдыхать. Пока-пока.